Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о признаках, которые укажут на то, что рядом с вами женщина-ведьма. Друзья, очень важная, ценная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «удача», и пусть вашей жизни сопутствует удача каждый день, каждый час, каждую секунду. Также хотим всех поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Друзья, очень-очень приятно. Вы знаете, ведьмы – это не персонажи из фильма, как многие думают. Они реальны и находятся среди нас. Возможно, даже ближе, чем мы могли себе подумать. Это может быть как ваша соседка, даже сотрудница, так и близкая подруга. Они делятся на две категории. Те, которые не желают нам зла и которые мирно с нами контактируют, и те, которым нужны ваши положительные энергии, так как за их счет они становятся намного сильнее. Второй вид женщин, ведьм, опасен, так как, не подозревая и продолжая общаться с таким человеком, можно потерять не только свои положительные энергии, но и все хорошее, что есть в вашей жизни, что радует вас. Можно лишиться как спокойствия, так и сна, так работы и даже семьи. Находясь также в вашем окружении, они могут наводить порчу, притягивать различный сильный негатив, который будет менять вашу жизнь не в лучшую сторону. Вам перестанет вести, начнутся и денежные проблемы. Поэтому нужно очень внимательными быть по отношению к людям, которые вас окружают. Осторожно относиться к новым знакомым и к тем, кто проявляет к вам повышенное внимание, так как это следствие того, что у вас очень сильное энергетическое поле, и оно способно подпитывать женщину-ведьму, и она старается как можно больше времени проводить возле вас, чтобы использовать энергии, которые вас окружают, для своих целей. Многие думают, что женщину-ведьму легко отличить от окружающих, что она должна быть какой-то старой, вызывать ужас, но это не так. Эти женщины действительно отличаются, если к ним присмотреться, но только вот по таким признакам. Первое. Внешний вид таких женщин всегда запоминающийся. Увидев ее, она всегда оставляет о себе впечатление, и забыть такую женщину практически невозможно, если она долго остается в памяти, и когда даже непроизвольно вспоминается о ней, то по коже идет дрожь, как и у женщин, так и у мужчин. Такие женщины часто имеют очень яркую внешность, выразительные глаза, глядя в которые, кажется, что они смотрят вглубь вашей души, и сразу хочется спрятаться от их взгляда, отвести свой в сторону и в дальнейшем избегать встречи с их глазами. Очень часто цвет их глаз зеленый или темно-карий. Бывает и противоположное, что у женщины-ведьмы есть какой-то видимый изъян, родимое пятно, которое невозможно не заметить, родинки, бородавки. У всех женщин-ведьм есть метки, только у одних они спрятаны под одеждой, а у других находятся в местах, которые спрятать, ну, совсем не получается. Такие ведьмы считаются более энергетически сильными, и если такая женщина прихрамывает, это указывает на то, что ее энергетическое поле требует постоянной подпитки. Часто можно заметить, что после общения с определенным человеком ощущается слабость, портится настроение, ощущается усталость. Все это происходит из-за того, что ваше биополе ослабло, так как у вас отобрали энергии. Если в вашем окружении есть такой человек, то уменьшите количество общения с ним до минимума. Но если такой возможности у вас нет, то выставьте обязательно для себя защиту. Для этого возьмите булавку, наберите стакан проточной воды, киньте в него 3 щепоточки соли, перемешайте по часовой стрелке и опустите туда булавку, затем зажгите свечу и капните в эту воду 3 капли воска, образуя треугольник. Поставьте стакан на подоконник и пусть он там простоит целые сутки. На следующий день возьмите булавку, насыпьте на нее корицы и дайте ей обязательно высохнуть. Когда будете надевать, проговорите такие слова: «Оберег надеваю, защиту выставляю, меня от внимания ведьмы, защиты, все негативные посылы отведи, мои положительные энергии отобрать не разреши, а вот негатив отдели и забрать его разреши». Это не только очень сильная защита, но и поможет вам в данной ситуации избавляться от негативных энергий, так как ведьма в этот момент будет вместо положительных собирать негативные.
Через время она перестанет с вами общаться и начнет вас избегать, так как ей будет очень некомфортно после общения с вами. Они часто имеют рыжие или черные волосы. Бывают короткие, но чаще длинные. Среднюю длину волос они, как правило, не носят. Волосы свои они никогда не разрешают никому трогать, даже мужчинам. А поход к парикмахеру у таких женщин сопровождается перед этим особым защитным ритуалом. Поэтому очень часто они сами стригут свои волосы или вовсе не делают этого. Когда много людей находится в их окружении, они собирают волосы либо в хвост, либо в косу, так как волосы имеют достаточно сильную энергетику и часто подбирают ненужные для них энергии и информации, что приносит им некоторые неудобства. Поэтому, чтобы этого не происходило, они таким образом обеспечивают себе безопасность. Также они никогда никому не дадут свою расческу и очень сильно возмутятся, даже если вы просто прикоснетесь к ней. Всегда собирают все волосы после того, как причешутся, так как знают, что кто они и что с помощью волос можно их ослабить и, возможно, в каких-то случаях даже принести вред. Женщины-ведьмы очень часто ополаскивают волосы различными отварами трав, так как это дает волосам энергетический обмен, наполняет их нужными энергиями и открывает каналы для поступления различных других энергий. Женщины-ведьмы часто вызывают страх. Нельзя поддаваться этому чувству, так как вы установите с ней непрерывную связь, и она будет использовать ваши энергии в своих интересах. Поэтому начните противостоять этому. Изначально это будет непросто, но вы соберитесь, вы сможете обязательно с этим справиться. Также есть категория женщин-ведьм, которые настолько располагают к себе, что вам постоянно хочется им что-то рассказывать. Делая это, они используют ваши уже здесь слабые стороны. Вы начинаете злиться или огорчаться, а ваше биополе ослабевает, и вы подвергаетесь в этот момент их влиянию. Они могут также использовать вас и в своих целях, настраивать вас против окружающих и втягивать в различные конфликты и неприятные ситуации. Поэтому научитесь, чтобы потом не жалеть, жить по принципу: чем меньше окружающие о вас знают, тем удачнее и спокойнее будет уже складываться ваша жизнь. Такие женщины всегда следят за тем, какие слова употребляют, так как знают, что слова несут в себе сильную энергетику, и с их помощью можно как помочь, так и навредить, и не только окружающим, но и даже себе. Они никогда не будут говорить гадости, им это не нужно. Они мысленно могут подавить вас, и вы не сможете сопротивляться. Женщины-ведьмы знают, что их слова способны сбываться, поэтому обдумывают и взвешивают, что сказать, чтобы, сделав опрометчивый поступок, потом не жалеть об этом. Женщины-ведьмы любят яркую одежду. Этим, обращая на себя внимание, они вызывают различные эмоции, а когда люди их испытывают, подпитывают свою энергетику. Никогда такие женщины не будут носить одежду из синтетических тканей, их гардероб состоит только из натуральных. Одежды может быть немного, но обычно она дорогая, так как они любят быть на высоте и ловить на себе восторженные взгляды. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите «удача». Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна, друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.